10 октября в Минске под председательством президента Беларуси Александра Лукашенко состоялось заседание Совета глав государств СНГ. На саммите рассмотрены 17 проектов документов, большинство из которых направлены на развитие сотрудничества в области безопасности. Уверен, что нас всех в последнее время волнуют вопросы безопасности в Содружестве независимых государств. Абсолютно недопустимая ситуация, когда здесь, у нас, практически в центре Европы, ведутся боевые действия. Надеюсь, что все присутствующие поддержат меня во мнении о необходимости скорейшего прекращения столкновений на юго-востоке Украины. Одним из наиболее значимых событий стало принятие обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 70-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. В обращении отмечается, что для народов стран СНГ 9 мая 1945 года является священным днем, одной из самых значимых и почитаемых дат. Этот день навсегда останется символом самоотверженности и героизма во имя защиты свободы и независимости Отечества, спасения человечества от угрозы фашистского порабощения. Обращение призывает воспитывать у подрастающего поколения чувство гордости за великий подвиг народов в борьбе с фашизмом, твердо противостоять попыткам фальсификации и переписывания истории Великой Отечественной войны.